магазинная структура в Австралии сделана таким образом, что вот от меня до следующего ближайшего магазина хлебного километров 6 на машине надо ехать. И на выручку в такой ситуации приходят небольшие частные магазинчики, называемые milk bar, молочный бар, где втридорога можно купить самые-самые необходимые продукты. Видите, что творится тут на улицах. Все готовятся к Хэллоуину. Сам я, правда, этот праздник никак не понимаю, но народу нравится. Почему-то письмо бросили соседское к нам. Пойду отнесу. Ну вот, время позавтракать. Сегодня у нас праздник, несмотря на вторник. Так называемый Кубок Мельбурна. Причем нет, не по футболу. Это забег на лошадях. Традиция очень старая. 1861 года, когда первые переселенцы провели забег, разыгрывали что-то там 150 фунтов и золотые часы. И традиция настолько прижилась, что это был 61 год, а с 1877 года этот праздник стал выходным днем. Всегда проводится в первый вторник ноября, причем в этот день идет много забегов, но именно вот этот забег, сейчас он, по-моему, спонсируется Эмиратами, авиакомпанией. Поэтому он называется Кубок Мельбурна Эмираты. То есть длится он всего несколько минут, но вот таким он стал знаменитым. Выходной день, кстати, только у нас в штате Виктория. Мельбурн – это столица штата Виктория. Все остальные штаты работают, но в принципе все равно в офисах все это отмечается. Все смотрят телевизор, то есть праздничный день на работе. О, кстати, очень вовремя. Смотрите, кто у нас тут прилетел. Причем всем семейством. Причем эти скачки неофициально называют. Скачки, которые останавливают нацию. На самом деле все останавливаются, все смотрят телевизор. Ну, интересная такая традиция. Причем статистика говорит, что смотрят этот забег в 120 странах и 700 миллионов человек наблюдают. Насколько это правда, можно ли статистике верить или нет, не знаю. До 1960-х годов в основном участники и зрители были мужики. Но, по-моему, в 1962 году к этому делу приурочили еще показ мод. И стало это огромной традицией. И кроме этого забега, который не думаю, что всем он интересен, но кроме него проходят и танцы, и какие-то детские дела, и гуляния, и самое главное – моды. То есть с помощью такого маркетинга моды привели на скачки женщин. Они одевают шляпки, одевают наряды. В этом году забег проводится, но, к сожалению, зрители туда не пускают. А так бы я с вами сходил, показал бы. Пару раз я был там, но что интересно, на этом же ипподроме через полгода проходит гигантская выставка кемперов и всего туристического снаряжения. Поэтому бываю я там часто. Что касается женщин, то в 1987 году в качестве жокея выступила первая женщина на этой скачке, а, по-моему, в 2015-м даже первое место заняла женщина-жокей. Интересная традиция, историческая, поскольку в Австралии исторического всего очень мало. Любая вывеска на доме висит здесь в 1993 году что-то случилось. Такого нет, как в Европе, здесь 13 век. 20 век – это уже история для Австралии. Ну ладно, хватит бездельничать. Есть еще одно дело на сегодня у меня намечено. Сейчас я хочу с вами с ним поделиться. Официальные слухи утверждают, что через пару недель могут открыть все кемпинги на ночевку. Я хочу сделать сегодня такую электростанцию, такой большой запас электричества, чтобы брать с собой и снимать. Может, помните, мы сделали с вами вот такую батарейку из старых лаптоповских элементов. Я хочу применить, чтобы не пользоваться вот фотографическими батарейками, а прямо запитать все это вот этой большой. В принципе, все уже для этого есть. Тут на полчаса делов. Раньше в кемпере я пользовался вот такая зарядка. От 12 вольт подключается 3 USB. Каждый из них по 2 ампера, довольно мощная. Дальше я купил вот такую вот переходничок, это в форме батарейки сделана пустышка. Втыкается фотоаппарат. И на нее подать надо 7,5-8 вольт. Поэтому я нашел такой преобразователь. Он на него подается с 2 USB, если не хватает ток. И он преобразует 5-вольтовый USB в 8 вольт. Есть у меня вот такая лампочка, которая светит всеми цветами радуги. На нее нужно подавать USB-C. Хотя у нее есть, конечно, свой встроенный аккумулятор, который работает довольно долго, но садится. Идея всей этой конструкции, чтобы несколько дней ничего не нужно было заряжать. На eBay по случаю я купил такую сумку от какой-то еще старой Sony Camcorder. Досталась почти за даром. И как раз идеально сюда входит наша батарейка. Думаю, идея понятна. Давайте ее реализуем. Спаял я проводок, подпаял такой же разъем, как я везде использую, XT.
60. С него будет идти 12 вольт, приходить на преобразователь USB и проводок 12 вольт на всякие потребители. Может, свет 12-вольтовый какой-нибудь еще. Ну, давайте все это запихаем в сумку. Все, что нам нужно, это подцепить 12 вольт. Дыма нету. Хорошо. Подключаем один USB фотоаппаратный. Я думаю, что одного хватит. Преобразователь должен быть нормальный. И проводок USB на всякие внешние нужды. Все это запакуем. Ну, давайте проверим идею. Сумку можно на землю поставить, если высоко треногу поднять. Кстати, можно прицепить. Есть крючок для груза специально, чтобы тренога лучше стояла. Вот, пусть и висит на ней. Все, сюда подключаем фотоаппарат. Вроде работает. Отлично. Сюда вот на такой ноге прицепим свет. Немножко, чтобы был в стороне. И свет питается от USB. Работает. Ну а сюда через 12 вольт можно подключить либо 12-вольтовый свет, либо... О, давайте подключим. А сюда при необходимости мы можем прицепить монитор. Ну это уж если очень надо. Я думаю, что на природу тащить его смысла нет, но для проверки концепции, так сказать. Ну что, пробуем. Все работает. Вот такая походная мини-студия. Ну, походной не назовешь, но если нужно снимать только на зеркалку по какой-то причине, либо снимаете фото, сессию, звезды, таймлапсы, то вот вариант. Но главное, что вариант абсолютно автономный. Батарейки должно хватить на пару недель. Это был третий ролик из цикла «Поговорим за жизнь». Посмотрим, как они зайдут. Если будет интересно, буду продолжать эту тему. Если нет, будем ждать путешествий, буду снимать что-нибудь в путешествии. На этом все. Увидимся в следующий раз.